Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. В Яндекс.Джан проходит челлендж на тему расписания прогулок. Я как раз нахожусь в лесу. И сегодня покажу, как можно приготовить вкусную закуску прямо на природе. Нам понадобится лаваш, сыр, немного свежей зелени и чуть-чуть майонеза. Вот мы сейчас режем закуску из лаваша, которую будем жарить на решетке. Моя мама, она помогает, режет сыр. Вот это лучше сделать теркой, но так как у нас терки здесь нет, мы режем сыр ножом мелким кубиком. Вот здесь вот я разрезала лаваш, и здесь у нас зелень. И это будет ужасно, но у нас сегодня покупной майонез, потому что блендера здесь нет, и сделать домашний мы не можем. Так как мы находимся на турбазе, здесь нет толком никакой посуды, режем вот на таком столе. Ножик у нас два. Хлебный. Да, вот режем сыр хлебным ножом. Лаваш порвали руками, получаются вот такие конвертики, которые мы сейчас покидаем сверху сыр. Зелень завернем и положим на решетку, отнесем нашим мужчинам, чтобы они их пожарили на костре. Кстати, как видите, да, я сегодня первый раз в этом году позагорала без крема, и это заметно уже. Да, она тоже. Мы сегодня рачки. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. Мы идем жарить нашу закуску. Вот сюда. Сейчас догорит костер, и мы будем жарить. Поставили лепешки на мангал, вот они у нас жарятся. Муж жарит. Сейчас пойдем ужинать. Плющило прям. Наша закуска готова. Так она выглядит. Приятного всем аппетита. И знаете, что на природе можно приготовить очень вкусные блюда. Буквально из того, что есть в холодильнике. Да, нормально. Блюд готов, да. Блюд готов.